Сейсмологи ожидают землетрясения, например, в Японии. Они размещают массив датчиков на другой стороне Земли. Когда звук проходит сквозь Землю, ученые тщательно изучают его и могут составить карту земных недр. Ученые измеряют колебания от землетрясений, которые называются сейсмическими волнами. Эти волны не проходят сквозь планету по прямой. При прохождении сквозь разные вещества они искривляются, меняют скорость и направление. Точно измеряя эти волны, ученые узнают, что Земля состоит из отдельных слоев, как луковица. Поверхностный слой, кора, состоит из твердой породы толщиной всего в несколько километров. Ниже находится мантия. Она состоит из полужидкой породы большей плотности. На глубине 2900 километров находится жидкое внешнее ядро, бурлящее море расплавленного железа и никеля. Оно окружает внутреннее ядро, твердую железную сферу размером примерно с нашу Луну и такую же горячую, как поверхность Солнца.